Привет от Лены из Нидерландов. Моя цитата дня. Невозможно утром проснуться и сразу превратиться в бабочку. Развитие – это процесс. Да, у меня начинается процесс похудения на 20 килограмм. Мне 49 лет, и при росте 160 сантиметров я вешу сегодня утром 77,8 килограммов. Сегодня утром я замерила также и объемы, и теперь моя авантюра похудения официально началась. Помогать мне в этом будут приложения. Дневник благодарности, приложение для зарядки называется 7 и приложение для помощи худеющим SIT-30. Для красоты кожи это приложение предлагает по утрам умываться овсяными хлопьями, наносить их массажными движениями по массажным линиям лица. После такого умывания кожа становится мягкой, как шелк. Проверено на себе. По движению у меня был сегодня обруч, приседания, сделала зарядку. Тренировка завершена. Попрыгала с воображаемой скакалкой. Хочу быть королевой красоты и буду качать попу. Yes! Иду на зумбу, буду радоваться. Иду выгуливать себя и Джока, нахаживать шаги. А теперь о питании. Утром после обруча выпила чашечку чистой воды. А на завтрак у меня был очень вкусный кофе, кусочек сыра и половинка яблока. Яблоко я посыпала корицей. Я очень люблю корицу. Что там у нас? Вот у нас Джоки пришел нюхать сыр. А ты уже покушал? Ты самый первый покушал. Маленький кусочек яблочка можно. Джоки, садись. Света. Дай лапку. Почек. Лапку дал. Молодец. Молодец. Яблочко скушал, все. Вот твой вкусный обед. Селедочка и малоуглеводный кето-хлебушек. Рецепт хлебушка выложу. На ужин у меня был зеленый карри с говяжьим фаршем, шампиньоны с луком и сметаной и кабачки с чесноком. Мне приехала моя любимая дочечка, красавица из города Бреда. И в этом заключался мой антистресс. Общение с родными людьми. Что может быть лучше для того, чтобы расслабиться? Мои родные – это моя группа поддержки. Моя доченька Лиза, младшенькая, мамочка и моя доченька Аля поддерживают меня дома, а также мой муж, который не попал в кадр. И оказывается, у меня так много единомышленников среди вас, мои дорогие зрители, подписчики. В добрый путь! Продолжение следует!